приобрела несколько вещей для кухни. А потом, когда попробую, уже расскажу, понравились мне они или нет. Значит, ну вот вообще очень давно хотела швабру поменять. И вот приобрела вот такую швабру с насадками. Значит, сейчас посмотрим, как она тут открывается. Сейчас сразу разорвем. Так. Значит, ну вот как мне объяснили здесь на липучке. У этой швабры три насадки. То есть это универсальная насадка, как я понимаю. Значит, вот эта насадка, которая идет в комплекте, она для кафеля. А вот эта насадка, она идет для сухой уборки. То есть вот, да, например, вот мне сказали, можно мыть стены, не мыть, а вернее протирать стены и потолки. А у нас только что сделан ремонт, ну буквально вот несколько месяцев назад он закончился. И мы еще, если честно, не протирали ни стены, ни потолки. Вот я посмотрю, насколько реально это, ну, получится. Значит, вообще цель у меня была швабру только купить, но вот... Муж захотел купить вот такой коврик на кухню для того, чтобы сушить посуду. Хотя первое мое было предложение, то, что у нас посудомойка, в принципе, посудомойки посуда сушится. Но вот девушка, которая мне продавала, оказалась хорошим консультантом, чего уж сказать. И она объяснила, что, например, летом часто моются овощи, фрукты, и вот на этот коврик можно эти овощи, фрукты складывать, они будут, вода стекать, впитываться, и потом его можно периодически, когда вот он намокает, весь сушить вот за эту петельку. Ну, мужа чего-то подкупила это, он любит посуду мыть руками и выкладывать ее тут на столы везде. В общем, ну вот взял попробовать, посмотрим, что из этого получится. Еще я очень хотела купить тряпочку ребристую у них, которой можно мыть газовую плиту без всяких моющих жидкостей. Но вот девушка-консультант меня убедила купить вот эту тряпочку. Она идет с такой немножко шероховатой поверхностью, знаете, как вот такие, как губка, ну чуть-чуть даже пожестче, которая убирает тоже все поверхности, очень хорошо чистит без моющих средств. Ну вот протестирую все эти продукты, потом расскажу, какие продукты мне понравились, какие не понравились и в чем. С вами проект «Кухня моей мечты». Приходите к нам на нашу страничку, ссылку вы увидите под этим видео, и будьте в курсе всех наших кухонных дел.